Цветок ириса почти завял в начале сентября, а мастера, как сочные сливы, только набираются сил. Привет, звездные ромашки! С вами Федорович, а в этом видео мы снова насладимся лучшими из лучших мастерами боевых искусств. Может, для кого-то они и отбитые, и отмороженные, но их секретные стили реально крутые. А начнем мы видео с поединка двух гранд-мастеров тайчи, который закончился очень трагично. Но не стоит встречать рассвет до заката, ведь это то же самое, что разжигать костер на дожде. И обязательно подпишись на канал, а то я знаю этих мастеров и могу подсказать, на ком отрабатывать свои приемы. You see, one thing about Tai Chi, despite its excruciatingly slow, boring movements, it's revered as a very destructive force. Чищу грушу, капли сладкого сока текут по лезвию ножа, а мастер взбрасывает руку, капли алой крови капают вниз. Если вам вдруг показалось, что это все какая-то хрень с лысого бугра, то вы просто не поняли, что нам показывают бой в 100 раз замедленнее съемки, чтобы мы, непросвещенные аборигены, хоть что-то поняли в этой феноменальной технике смертельного боя. Приемы мастеров, которые вы сейчас увидите, как когти небесного дракона. Вроде бы понятно, что идет прием, но сделать ничего не можешь. Сначала я боялся вам показывать эти смертельные навыки, ведь если каждый пельмень сможет овладеть котлетой, тогда наступит апокалипсис. Но потом я понял, что увиденное невозможно запомнить, потому что увидеть то, что нельзя повторить, то же, что увидеть пустоту, которую можно запомнить, но нельзя увидеть. Мне вас жаль, но я должен был вам это показать. Я уверен, что среди вас найдутся те, кто захочет повторить все эти приемы в реальном бою. Но я хотел бы тогда сразу с вами проститься, ведь после этих приемов кого-то точно не станет в живых. Хорошему мастеру любой инструмент хорош. А лучшему вообще никакой не нужен, даже руки. Молниеносный как гепард, этот сенсей с легкостью порхающего мотылька уходит от любых ударов меча, нанося разящие, как жало скорпиона, удары противнику. Кстати, у этого мастера нет ни одного недовольного ученика. Ведь каждый, кто усомнился в технике сенсея, решил испробовать ее на практике и тут же прекратил свое земное бытие. Таким образом, у мастера остаются только преданные ученики, понимающие, что лучше не испытывать судьбу и эту редьку в компоте не использовать. Чем красивее роза, тем длиннее у нее шипы, а чем эффективнее прием, тем он малоприметнее. Этот прием, который вы сейчас увидите, будет невероятно полезен абсолютно всем в повседневной жизни.
Вот вы наверняка задумались, что это за святые ягодицы и как этот удар вообще можно отрабатывать в зале. А все потому, что вы не понимаете пользы лотоса на пруду. Умея делать этот скрытый удар, вы с легкостью можете освобождать себе место в забитой маршрутке или троллейбусе, убирать перед собой слишком длинную очередь в супермаркете. А главное, стоя на баре или в кабаке, сразу выключать конкурентов за 100 грамм. А сейчас вы увидите технику самообороны, которую смогут повторить только лучшие из лучших и сильнейшие из сильнейших. И это не шутка. Даже не думайте недооценивать эту технику. На самом деле это поединки будущего. Я уже вижу на улице людей, которые, как усердные муравьи, таскают на спине разные колоды. Кто-то от березы, кто-то от тополи, а самые крутые от дуба. А потому, какое у тебя бревно, сразу можно определить, какой ты мастер. Чем бревно толще и больше, тем мастер круче. Правда, я еще не знаю, что будет с метро, автобусами и такси. Наверное, переделают под бревна. Сейчас вы поразитесь новым, универсальным и уникальным стилем единоборств Кидо-Фу, который уже в ближайшем будущем, дня через 2-3, завоюет все пояса в UFC, боксе и муай-тай. Человек и в 50 лет все еще ребенок, а в 55 вообще дитя. Особенно если ему в детстве так и не удалось перебить эту надпиленную доску и получить свой желтый пояс. Но человек работает умом, как птица крыльями, поэтому всегда можно найти выход из положения и придумать свой стиль, где ты сразу возводишь сам себя до уровня грандмастера с двумя, нет, даже с тремя черными, как сажа, поясами. Прием, который вы сейчас увидите, придуман для того, чтобы появление даже самого кривого мастера казалось цветением розы среди бурьяна. Чтобы сделать этот прием, нужны десятки лет упорных тренировок и подготовки, а также, чтобы нити судьбы и твоя чистая карма позволила определить в пространстве вариантов в роли злодея, который на тебя напал, полного дауна, который будет просто стоять и ждать, когда ты, как паук, плетущий паутину, начнешь вспоминать каждое движение и пробовать его применить в этом чертовски замысловатом приеме. А какую технику вы начнете изучать прямо сейчас? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал «Клон» в описании, а то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках! Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.